Уважаемые друзья, рад приветствовать вас в этот солнечный октябрьский день у стен здания правительства Вологодской области. Я приветствую всех участников и финалистов конкурса «Здоровье Вологжан», которые получат сегодня новые санитарные автомобили. И, конечно же, мы сегодня вручим автомобили тем муниципальным образованиям, где уже построены капитально отремонтированные опорные фабрики. Задача, которую поставил перед нами президент Российской Федерации, это обеспечение шаговой доступности медицинской помощи. А в нашей бескрайней Вологодской области сделать это, конечно, очень тяжело. 144 тысячи квадратных километров, 8 тысяч населенных пунктов, из них в 6 тысячах живет население менее 100 человек. И поэтому нами принято решение сформировать сеть опорных ФАПов на селе. Их к 2021 году появится 117, и каждый из них будет оснащен вот такими современными санитарными автомобилями, наполненными современным оборудованием, которое позволит в рамках сети маршрутизации доставить наших больниц в наши центральные районные больницы. И я очень рад, что эта задача выполняется. Я рад тому, что растет продолжительность жизни наших вологжан. За последние 5 лет она выросла на 3 года, с 68 лет до 71 года. И вот задача, которую сегодня мы выполняем, обеспечение санитарными автомобилями, позволит нам, самое главное, сохранить здоровье наших вологжан, особенно тех, кто живут на селе, в отдаленных населенных пунктах.